Меня часто спрашивают, как загрузить видео на YouTube канал. Я вам хочу показать. Это очень просто, когда вы знаете, что вы делаете. А когда вы не знаете, что вы делаете, то, конечно, переживаешь, не понимаешь. И поэтому я хочу подсказать, потому что многие, кто спрашивает, говорят: Оля, как ты это делаешь? Я иду, видите, это мой YouTube канал. Вы заходите на свой YouTube канал. Вот сюда нажимаешь, где твое лицо. Нажимаешь мой канал, my channel. И здесь вот сверху, видите, там есть вот такой плюсик, называется create или добавить. И вот здесь пишется upload video, загрузить свое видео. И вам вот здесь дается возможность нажать на вот эту стрелочку и выбрать видео, которое вы хотите. Вы идете в ваш компьютер, нажимаете This PC, нажимаете папку, где хранится ваше видео, выбираете, где же ваше видео, что вы хотите загрузить. Вот я нашла видео, которое я хочу загрузить, и нажимаю Open. И оно грузится. У меня уже, если вы видите, у меня на всех моих видео уже стоят как бы информация обо мне, она там сохранена. А когда я добавляю видео с моим гостем, я мою информацию вот отсюда я убираю, я перемещаю название сюда, я иду еще вниз, и вот сюда я копирую информацию о госте всегда. А сюда я пишу название программы. И мне нравится название программы писать большими буквами. Я тоже это делаю все на русском языке. А потом уже объяснение я пишу на маленькими буквами. Потом я выбираю заставку. Когда видео загрузится, вам дастся здесь три выбора, но не всегда они хорошие. Может там быть, ну, Not Perfect Picture называется. Вот здесь я выбираю заставку, а вот у меня уже готовая заставка. Я мои заставки делаю в программе Publisher, и об этом расскажу в следующем видео. Я выбрал заставку, я выбираю плейлист. Я пишу, это видео не для детей. И потом здесь do not restrict my videos to viewers over 18, да. А пишешь next, и потом ты выбираешь, хочешь ли ты видео, чтобы было оно закрытым, спрятанным, когда оно загрузится, или ты хочешь, чтобы уже все увидели. Ты уверен, что твое видео уже готово? Я обычно прячу его, я ставлю private, save, сохраняю, и оно загружается. Именно через 10-20 мое видео уже на моем YouTube канале. Потом я его могу нажать, прослушать, увидеть, если какие-то ошибки есть. Если нет ошибок, я его edit, я нажимаю edit. Вот видите, я сейчас close сделаю, видео загружается. Вот здесь, видите, видео загружается. Но если навести твою мышку вот сюда, вот здесь пишется edit, details. И вот здесь я уже могу изменить, хочу ли я, чтобы это видео было private, только ты видел, или public. Done. И потом save. Done. И потом save. Это видео, когда загрузится, его увидят все. Но в нашей ситуации это видео, это дубликат, поэтому я его сотру. Хорошо? Я сделаю cancel upload, потому что я это видео уже занесла один раз. Вот так вы загружаете ваше видео, выбираете заставку для видео. И я тоже часто перед тем, как делиться видео в соцсетях, вот у меня гости здесь, да, я отсылаю им ссылочку и говорю: слушай, прослушай, там все нормально. Если не нормально, они мне пишут, на какой минутке что надо вырезать. Потому что, когда я видео это обрабатываю, занимает очень долго времени. Потом еще раз прослушать, ну, очень много времени. Поэтому я обрабатываю, трачу мое время, а уже потом прошу гостя прослушать это видео.
Также, когда вы загружаете ваши видео, если у вас YouTube канал еще новый, очень важно сделать плейлист. Это в каких, под какими названиями, в какую папочку вы будете размещать ваши видео. Это очень-очень сильно помогает. Ну все, удачи вам, дорогие. Пока. С Богом.